Итак, друзья, закончил я ремонт туалета. И смотрим, что у нас получилось. Недорогая, кстати, плитка, но очень симпатично смотрится. Много было запилов, углов под 45 градусов. Также пришлось вот так вот делать короб, чтобы немножко утопить инсталляцию. Туда поглубже, чтобы ноги не упирались в двери. Сложность также заключалась в том, что здесь установлен гигиенический душ. И нужно было все так соблюсти, чтобы было достаточно удобно. Ну, в общем-то, мы это добились. Тут отдельно также использовалась кнопка для душа гигиенического. Смотрите, у меня на канале все есть, как я тут все делал, сантехнику, как собирал короб. Полностью все с нуля. Примыкания вот эти вот все выполнены силиконом. Запил под 45. Выполнен цементной затиркой. Вот здесь вот у нас люк сантехнический, он на магнитах. Он у нас вот здесь вот получается силиконом, чтобы его можно было вытащить. А вот это вот уже цементное. Также здесь затирка два цвета, коричневая и серебристо-серая. Затирка от Церезит. Также тут угол под 45 градусов сделан. Тут же у нас тут цементная затирка получается. Вот здесь вот лючок, то есть он на всякий случай, чтобы смотреть можно было, ну, если там где-то что-то побежало, чтобы посмотреть, ну, вообще сухо там, ну, просто даже так вот, хотя бы более-менее знать. А здесь тоже он на силиконом замазан, он снимается, ну, тут просто отвертка снимается, я уж не стал тут магниты никакие делать. Он фактически нам так-то и не нужен, это уж в крайнем случае так посмотреть что-то. Так, ну и здесь у нас водосчетчики. Так, вытяжка. Вытяжка, она идет также на ванну. То есть, кому интересно, смотрите, как я ее делал. Потолки в данном туалете натяжные, два точечных светильника. Кнопка у нас Гроя. Вообще у нас инсталляция Гроя стоит. А чаша инсталляции Якоб Делафон. Часто очень пользуюсь. Вот, часто покупают Якоб Делафон. Ну, а из инсталляции я вообще чаще всего советую Гроя. То есть они как-то удобнее. Тут тоже все примыкания по полу выполнены силиконом. Ну и на пороге у нас порожек алюминиевый и плинтус алюминиевый.